Hojde pelasgoj hotelemon tot nemomenoj kaj bolomenoj tu sed henajus timoresest sa timoresastkon eute esas kaj eute eksepistamonoj tas sed henajon ortas pentekonterus tesamonoj elohesan artemintin εν βραωρόνι αγούσας γορτέν τας τον ατχενάιον γιουναϊκάς, εν τεούτχεν δε γαρπάσαν τας τουτέον πολλάς οίχοντο αποπλέοντες καί σφέας εσλέμνον αγαγόντες παλαγκάς έχουν. Так. Гой, де пила? Да. А, пилазги. А, и, ну, эти пилазги, проплыв, видимо, сейчас. Это не Нео, это Немо. Это как бы жить, обживать, пасти скот, делить. Да. Тут, конечно, вот так надо понять, да? Пелазги, которые тогда вот, тогда жившие на Лемнисе. Тогда. Да, и... жившие на Лемнисе. И хотевшие как бы наказать Афине. Да. Отомстить им. И еще одно причастие, да? Эпистаминой. Это эпистеми, да, это глагол знания. Хорошо знавшие. Да, эон. Да. Праздники Афинин. Да, это как бы Гортас, то же самое, что Хеортас, видимо, да? Праздники Афинин, да, хорошо знавшие. Или поскольку они хорошо знали. Вот. Еще одно причастие, смотрите. От Ктаума, да, к Тесамину. И владевшие и имевшие корабли. Такие определенные. Да, вот особые корабли. Непонятно, что значит ктесами, но то ли завладевшие, то ли просто раздобывшие или купившие, в общем, заполучившие корабли, какие-то 50-весельные особые корабли. И вот главный глагол теперь, наконец, да, элохса. Подстерегли они, устроили засаду. Да. Аккузатив на следующей строчке уже, да? Стерегли. Женщина финских. Агусос еще, да? Это выражение такое, знаете, гёрте на аго. Ну, проводить праздники, видимо, справляющие праздники. Справлявших праздники, да, причем пап, ну, религиозный праздник, посвященный Артемиде, да, вот. Значит, женщин, праздновавших праздники, Артемиде в Рауроне. Да, там находится, получается, святилище Артемиды. В этом Бравроне. Местность Ватики на восточном берегу реки, видимо, Иросин, да. Так, да. НТР. И там НТР. Поймав их. А многих из них они, отплыв, двинулись. Дальше, видимо.
Ну, я бы сказал, что они вплавь удалились. Ну, допустим, да. Вплавь удалились, многих их поймав, да. Там, да? Так перевели Энтхелтон, да? Или как? Да. Ну, наверное, да. И приведя их Лемнос. Палакас — это наложница, рабыня такая, скажем. Значит, они возымели наложницу. Имели, ну, как бы их имели в качестве наложницы, да? Угу. Начали пользоваться их как наложниц. У себя дома. Так, мы все еще вдвоем, да? Уже нет. Нет, нет, зря. А, здравствуйте. Ну, давайте дальше, да? Госдетекнон, да? Угу, угу. Ну, Палакас пишут, что скорее конкубина. Наложница-то у нас немного... Обычно под наложницей понимается более низкий статус. Подальше от микрофона. Говорите погромче и подальше. Да, что Палакея, да, это как бы не совсем рабыня, а конкубин. Но это, да, не так важно, наверное. Давайте этимологию посмотрим. Я уже посмотрел, как заимствование, возможно, из семитских языков. Возможно. Ну, там в разных языках разные. В иврите есть похожее слово тоже конкубину. Ну ладно, ладно. Там мы дальше увидим, что они вообще-то говорят, там чуть ли детей начали отражать, так что. Просто когда вы говорите конкубина, вы сразу сюда приплетаете невольно римское право, да, и мы тоже оказываемся в общем ситуации, когда мы не понимаем, о чем мы говорим, да? То есть конкубина. Ну, конкубина — нормальное слово, не обязательно из римского права. Афинский закон, вот, например, мне пишут, полагал одинаковое наказание за изнасилование или соблазнение как жены, так и этой конкубины. То есть это определенный просто статус, как бы вариант брака, можно сказать, а не... Ну да, это гражданский брак. Это гражданский брак, по сути дела. Такой неофициальный, как часто говорят. Ну ладно, ладно, спасибо. Ну что, дальше прочитайте, да? Госдетекнон. Госдетекнон, гаутих эгенайтис, гипоплестесон, лосан, тетен, аттикен, айтропостус, эткенайон, эдидескон, туспайдес. Значит, и когда эти самые женщины родили детей, когда эти женщины как бы наполнились, так сказать, обзавелись детьми, начали этих детей учить аттическому языку и обычаям афинян. Не просто детей, конкретнее. Тут это про мальчиков идет речь, да, потому что артикль мужской, да. Мальчиков начали учить. Про девочек ничего не говорится. Ага. Ага, ну давайте дальше, да? Гойде. Гойде уте. Ага. Гойде уте сюммискисты. То есть, эктон пелазгидрон гюнайкон. Пайси эдхэлон. Эйте чуб той точис аутон чинос. И будет хэлонте пантес кай и тиморон аллэлэси.
Кайде кай ахенте тон пайдон, ой пайдес, иди кайе, иди кайе, кай поло, эпекратон. А те же не захотели ни, как бы, ни смешаться, ни соединиться с детьми, жен Пелазгеек. Ну да, это же речь идет. Здесь-то речь идет о женщинах греческих, я так понимаю, украденных, да? Вот. Только вы как-то два раза перевели один глагол, я так понял, да? Нет, но имеется в виду, их дети, наверное, не захотели смешаться с детьми пелазгийских жен. Ну да, смешаться, но вообще-то это немножко неприличный глагол, да, с синонимами. Но здесь, наверное, имеется в виду, что они просто не хотели с ними дружить, песочницу в одной. Я не знаю. Вот. Не в смысле, что они не хотели, повзрослев, вступать в браки какие-то смешанные, а в смысле, что они просто с ними, видимо, не общались. Я так полагаю. Не знаю, есть ли какой-то комментарий, у меня нету, да? Так. Дальше, кстати, место, которое я не совсем понимаю, вот это, как вы его переведете? Тисаутон. Тинос особенно я не понимаю. Да, сейчас, секунду. Ну, эй, понятно, да? Эй, это если... Тут описываются конкретные ситуации, как бы дисконнекты между теми и этими детьми. Чук, да, ты знаете, главное? Ну, да, я не понимаю, почему вот тинос. Я ищу подчинение такое у Чука. Я тоже не понимаю. Тинос. Единственная версия у меня тинос, что это генитивус криминис. Как бы за что-то. Ну, не сказано за что. Кто-то за что-то. Тис тинос. То есть, и если кто-то получал Да, если кто-то ударял из них. Не, получается, не ударял, а ударялся, да? Тип то это. То есть, если кого-то били, кого-то из них били, ну вот, кинос, не знаю, ну за что-то, например, да? Хотя вообще-то, ну да, может быть, средний род, да. То тогда все хотели не хотели, нет, не хотеть. Это будет хэл, это. А, все помогали и мстили. Да. Видимо, за друг друга. Ну да, либо мстили, либо, ну, у Тимарио тоже есть значение помогать. Какое-то, сейчас я вспомню, какое там в Рецком. Ну, первое же значение, да, то есть, ну, не знаю, Бейтхэу, допустим, звали на помощь, например, так можно перевести. Можно так перевести Бейтхэу? Наверное, нет, да? Спешили, ну да, спешили на помощь и защищали друг друга, я бы так перевел. Ну, может, и мстили, ладно. Это же дети пока всего лишь, да? Так, кай-де-кай, да? И в особенности дети. Ну, смотрите, вот это глагол, да, дикайо или дикайео, там, видимо, это считать справедливым. И дети, ну, дети имеются в виду греческие дети, я так думаю, вот это пайдос, да? Они считали справедливым, что делать? Архейн, тон пайден. Как бы властвовать над детьми, ну, да. Ну, понятно, что вот это дети все-таки греческие, да? А это местные пелазгические дети.
Они считали нормально, считали нормальным, справедливым как бы доминировать, да, над маленькими пелазгами. И кроме того, да, это тоже не слитный имперфект, да, а не эпикратеон. Поло. Поло – это как бы, как называется, ну, как бы дативус меры, да? Угу. Минзур. И как бы много они повелевали, приказывали. Не совсем. Они их превосходили по влиянию или по силе физической, не знаю, сильно, сильно превосходили их. Ну, я не знаю, как еще эпикрател перевести. В общем, побеждали, в общем, превосходили, да, как-то. Эпикрател, сейчас еще раз проверю. Ну, получали перевес, вот второе значение угловитку. Значительно их превосходили почему-то, да, по силе, например, да? Ну, непонятно, то ли они были физически сильнее, получается... нет, то ли... Они превосходили... Я просто сначала пытался привести так, что Архейн и Эдикайлен зависят от Эпикратон. Нет, ну, подождите, это же не инфинитив. Это имперфект. Эдикайлен. Это слитный глагол Дикайео. Это имперфект. Ну, тогда Архейн, по крайней мере. Что-что? Ну, тогда, по крайней мере, Архейн. Архейн. Ну, хорошо, переведите так тогда. Это я просто не понял. Да я тоже пока не понимаю, но по грамматике же так получается. Ну, мне кажется, это новый кусок добавки. Это уже такой десерт. Как бы основное предложение вот это. Как, да? Считать справедливым Дикаеву. Дети считали справедливым? Да, да, хорошо. Я немного отстал от вашей мысли. Ну, нет, то есть вы хотите сказать, что... Не, ну, хорошо, если от эпикратеум зависит Архейн, то зачем он вставил этот глагол «считали справедливым» в середину? Нет, я не думаю, что... Да нет, вы правы, правы. Да-да. Ну, давайте дальше, да? Матхонтос де Тауте. Понтос де Тауте хой пелазгой тойси логос эдидасан. Кайспи болеомен иси де инонти эседине эйде диагеноз коян спите де байфхейм хой пайдес простон куридиеон. Генай контус паэдэс, кай тута наутика Аркхейн пейрото. Иде андратхэнтэс дэтхен паэсэси. Узнав об этом, Пелазги как бы устроили переговоры между собой. И их охватил, и вот этих их на переговорах, на этом совете охватил страх. Если Дейнонти. Какой-то страх, да, еще? Дейнонти. Угу. Если ну, подлежащий-то вот хуй пайдес. Да, пайдес, это опять же, мне кажется, это все греческие мальчики. Что значит диагигноска ин спхиси? Да, диагигноску я даже такой глагол не помню. Ну, хотя он частотный, что-то я просто не помню его. Ну, просто решать. Я уж не знаю. Просто решать. Но получается, что дети решают помогать своим, что ли? Да, понял, да, если, да, вот он тоже пишет решительно, да, если они как бы решили, или, в общем, решили помогать своим,
вот эти дети, дети... Что-что? Против, да? Просто успайдас. Против кого, да? Да, против детей законных жен. И... Да, вот законные жены. И пробуют, и уже как бы пробуют над ними властвовать. Да, Что? Да. Я просто как бы просто быстрее переводить, чем надо. Пробует архив. Тут он, да? Да, что же будет делаться, когда они возмужают? Да, то есть это пассивный, получается, причастие пассивного ареста. А поясов все это футуром, да, конечно. Что же они будут делать в качестве уже возмужавших, когда возмужают? Да. Да, давайте дальше, да? Инхаута эдуксес фиктейный. Tus paidas tus ectona tikeon gynaikon. И тогда решили они убить детей от афинских жен, от жен Атики. Да. Поеуси де таута. Поеуси де таута просапалуси десфеон кайтас метерас. Они сделали это. Уничтожив, кроме этого, и матерей их. Ну, то есть вот этих наложниц, короче говоря, греческих. Так, ну давайте дальше, да? Апатутуту эрго кайту протеру тутун то эргасантаха генайкес тусхама пуанти андрес спетерус апактейнесай. Неноместа янатен ладата скетля эргапанта лемния калиесткай. Значит, по вот этим вот деяниям и по их предыдущим, это относительно местоимения, видимо, да? Которые, да? Да, предыдущим вот этого же народа, по видимости, пеласского. Ну, тут... Которые... Женщины... которые вместе с женщины, мужей, их мужей своих убили. Тус хама тхуанси. Надо посмотреть, что имеется в виду. Интересно, это описано было у Геродота, мы это не читали. Но это царь Лемноса какой-то, один из прошлых царей Лемноса. Тхоас. То есть это не просто какие-то мужики были левые, это были мужики, которые, мужья, наверное, которые были вместе с кем. То есть они были в свите, ну это, конечно, Гамма с Датиусом, с Акиатиусом, вместе с царем Тхуантом. Своих мужиков, своих мужей, получается, да? Понял. Ну, значит, вот как бы по вот этим вот их деяниям подобные преступные дела по всей по Элладе называются лемносскими. То есть апоктейнос это должно быть, это причастие ведь, да, женского рода. То есть
согласовано с Гюнайкос, да, то есть женщины, то есть то это эргон, дело, которое совершили женщины, убившие, когда убили, да, убившие Октейнос, и кого убившие своих мужей, которые были в свите царя Тхуанта. Да, Номиста это получается перфект от Номидзу, да? И вот Апотуту, да? От этих двух преступлений все страшные какие-то дела называются Лемния. Тут, кстати, я не знаю, вот, уместно, наверное, не очень уместно. Ведь Лемния, наверное, звучит довольно... Ну, по крайней мере, по-новогречески это звучит довольно... зловеще, ведь чума будет... То есть, если мы прочитаем Лемния по-новогречески, будет Лимния, да? А чума будет Лимос. Я не знаю. Есть тут какой-то комментарий на этот счет? Или я просто гоню? Может, просто гоню. Я помню, что слово Лимос сравнивали чума, да? Ну, в смысле, Лоймос, да? Вот это сейчас. Ну, ладно, вы поняли, да? Через... Ладно, покажу, да. Была какая-то пословица, где сравнивалось слово «леймос» и «лимос», да, смотрите, «лимос» — это голод, «лимос» — это голод, «лоймос», ну, тоже «лимос» по-новогречески, это чума, а «лемнос» — это какие-то страшные дела, страшные какие-то убийства, да?